У лесе побач з мікрараёнам Казіміраўка знойдзены боепрыпасы. Пра такую знаходку нашым корэспандэнтам паведамілі мясцовыя жыхары. Яны зрабілі і гэтыя кадры. Кажуць, месца знаходкі на адлегласці каля кіламетра ад мінскай шашы у лясным масіве. Менавіта тут грыбнік заўважыў незвычайныя прадметы. Маркировка учебная, но их очень большое количество, разбросаны по всему лесу. Какие-то непонятные взрыватели, там ящики пустые. Колючая проволока валяется по всему лесу, не на столбах, просто разматана по лесу. На место находки прибыли саперы. В управлении внутренних справ нам поведомили, что в ходе огляду лесного массива специалистами было знойдено 6 учебных супротанковых мин. Небеспеки они не уявляют. Зараз по факте находки проводится проверка. Муляжи мин будут утилизованы. Правоохранники нагадывают, коли вы нашли предметы, подобные на боеприпасы, не чапайте их и неоткладно телефонуйте по номеру 102.